Спасибо, что приехали к нам в Сочи. Но, собственно говоря, это встреча, организованная по вашей и по инициативе премьер-министра Армении. И именно в Сочи, я, видимо, рассчитывали на хорошую сочинскую погоду, но не получается. Осень. Тем не менее, встреча, на мой взгляд, имеет значение, важное. Целью этой встречи, как я ее вижу, обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020-2021 году. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас миротворческий контингент наш выполняет свою миссию так, как и мы и должны это делать. За эти оценки я вам благодарен. Ну а сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще 2 года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно. Вот круг вопросов достаточно большой. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Благодарю за приглашение. Рад нашей новой встрече. Мы с вами встречались и в прошлом месяце, и в этом месяце имели возможность обсудить достаточно подробно двусторонние отношения и констатировать позитивную динамику в этих отношениях. Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я еще раз хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании Карабахского конфликта. 2 года назад подписана трехсторонняя декларация, положила конец многолетнему конфликту. Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, это будет не первая наша встреча. По вашей инициативе такие встречи проходили, и я вижу, что давали очень хороший импульс процессу нормализации. Азербайджан относительно недавно выдвинул 5 основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт – это уже история, он был решен 2 года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов. И рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей. Спасибо еще раз за приглашение. Благодарю.